Бронзовые медали. Третье место. Волейбольный клуб «Куаныш» награждается командой из Северо-Казахстанской области, город Петропавловск. «Куаныш» был образован в 2012 году. Ну и сразу с первого сезона начали они выигрывать медали. В прошлом сезоне заняли третье место в национальном чемпионате Казахстана. Это их самое успешное выступление. Ну вот и спустя полгода триумф. В национальном кубке на ваших телеэкранах капитан команды Екатерина Михайлова, Сабира Бекишева. Ну и другие лидеры команды. Татьяна Алдошина здесь. Елена Самойлова, Карина Денисова. Все эти игроки очень хорошо провели этот турнир. Ну и справедливо заработали третье место. По ходу этого турнира два поражения. ЖТСУ и Алтай только смогли обыграть «Куаныш». Но во всех остальных матчах команда, ведомая Дарко Добрецковым, была успешнее и сильнее. Ну и надеемся, что в этом году обновленный состав этого клуба удачно выступит и в национальном чемпионате. Национальный чемпионат стартует совсем скоро, через пару недель. Кстати, в городе Петропавловск и будет проходить первый тур. Новый стадион с вами увидим. Ну и Дарко Добрецков сразу же доказывает, что очень опытный, отличный специалист. Помогает ему Азамат Исимов, который знает волейбол региона как свои пять пальцев. Последние медали тренерскому штабу от Дошана Нурбаевича, руководителя управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. Ну и номинации. Куда же без них? Лучший игрок команды. Карина Денисова. Поздравляем. Ну и второе место. 3-2. С таким счетом команда Алтая выиграла команду ЖТСУ. ЖТСУ является одним из самых титулованных волейбольных клубов нашей страны. Город Талдыкурган. В 2001 году создан этот клуб по инициативе Аманда Кабаталова. Ну и сейчас команда Елены Павловой. Елена Павлова проводит свой дебютный сезон в качестве тренера. И очень успешно, да, очень хорошая игра на клубном чемпионате Азии, где команда заняла пятое место. Вот теперь в Кубке Казахстана второе место. Будет шанс еще выиграть золотые медали в Суперкубке Казахстана. Но для этого нужно готовиться. ЖТСУ в своей истории 8 раз выигрывал Кубок Казахстана, начиная с далекого 2006 года. Эта команда 8 раз выиграла кубок, 3 раза выиграла суперкубок. Ну и восьмикратные чемпионы Казахстана в 2020 году. Последнее чемпионство. Жанболат Бурхан, помните тот сезон, из-за коронавируса он был приостановлен. И на момент представления именно ЖТСУ лидировал. Поэтому Федерация волейбола Казахстана признала эту команду чемпионом. Ну, интересно узнать, кто стал лучшим игроком этого турнира в составе ЖТСУ. Очень много новых имен, очень много старых имен, которые уже не первый год играют в национальном чемпионате, да и в ЖТСУ. Ну и поздравим от всей души Елену Павлову, главного тренера коллектива из Талдыкурганской области. Первые медали для нее. Символично, что именно в ЖТСУ она завершала свою карьеру. Валерия Шатунова, справедливо, легионер из Российской Федерации, становится лучшим игроком этого турнира в составе своей команды. Провела очень удачно она матч против Алтая. Сыграла хорошо и в защите, и в нападении. Я уверен, что Валерия Шатунова продолжит этот путь, сможет и в ближайших матчах. Поздравляем Валерию Шатунову. Первый для нее сезон. Перешла она из команды Нижней. Ну и уроженка Петербурга становится по праву лучшей на этой арене. Ну вот, чемпионы.
Обладатели Кубка Казахстана 2021 года. Усть-Каменогорский «Алтай». Образован он был в 2005 году, но под другим названием выступал. Шығыс, Шығыс-Венедстрой. Ну и вот теперь волейбольный клуб «Алтай», представляющий Усть-Каменогорск, в своей истории выигрывает 5-й раз Кубок Казахстана. Пятикратные чемпионки страны теперь становятся вот пятикратными чемпионками Кубка. Жанна Сыроежкина, к сожалению, получила травму. Она на тренировке до старта этого турнира. Ей предстоит операция в Европе, поэтому Жанне мы пожелаем здоровья. Ну и Кристина Белова вернулась, провела один матч Кубка Казахстана и сразу стала обладателем Кубка этой страны. Надежда Кадола, бывший игрок ЖТСУ, также получит свои медали. Ну и давайте озвучим весь список заявки этого клуба, ведь они этого достойны. Сегодня их день. Сана Наркулова, капитан команды, Зинат Кадырбекова, Ботагөз Есимхан, Зарина Ситказинова, Полина Уфимцева, Людмила Исаева, Ирина Кинжибаева, Елизавета Мейстер, Жанель Ногайбаева, Кристина Белова, Даница Роденкович, Мадина Бекет, Надя Кадола, Кристина Аниконова, главный тренер Марко Гыршич, администратор Аида Дуанканова, старший тренер Владимир Аниконов и Драган Маркович, врач Айгерым Касымханова, тренер Еремич Неманя, физиотерапевт Маринкович Марко, статист-аналитик Нуралин Расул, статист Ислам Мухаммадалиев и массажист Титаренко Александр. Вот это весь список заявки Алтая на Кубок Казахстана. Поздравляем, перед вами пятикратные чемпионы, обладателя Кубка. Далее с турнирдың негізгі қаһармандары Алтай волейбол клубының қыздары қазір міне өздерінің тиісті алтын медальдарын алды қазір. Өкінішке қарай жетісу командасы әрине финалдық ойынды жеңіліп қалды. Өте тартысты өткен ойын болды. Көрдіңіздер бүгін Қазспорт арнасының эфирінен жеңімпазды небәрі 5-ші сетте анықтаған едік. Алтай командасы мен Жетісу командасы осы аптаның өзінде, нақтырақ айтсақ, жұма күні тағы да кездеседі. Қазақстан суперкубогын сарапқа салатын болады. Талдықорғандық және өскемендік команда. Даница Роденкович, Алтай командасы сапында ең үздік ойыншы деп танылды қазір. Естелік үшін сөйлетке түседі. Қазір дәл осы турнир ұйымдастырушылары және жеңімпаз командалар. Құрметті достар, Алтай волейбол клубын тағы да біз дәл осы біріншілікті жеңіп алғанымен шын жүректен құттықтаймыз. Яғни Қазақстан кубогының жеңімпазы болуымен шын жүректен құттықтаймыз осы жылы да. Және сіздермен қоштасамыз. Бүгін сіздер үшін жұмыс жасаған комментаторлар мен Олжас Байбосын және менің әріптесім Елдар Аманбаев болатын. Келесі волейбол ойындарында кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.